Да, ребята. Михилка, знаешь какого? Да, ребята, это поет наш Влад. Какого у меня Хилка? Какого? Четвертого. Это во взломанной клейхе, ребята. Во взломанной не очень интересно. Очень, еще как очень. У меня шаги, знаешь, какого? Шестого. Да у тебя все последнего левела. Да не все, это еще не последнего. Ребята, я буду снимать обзор своего дома. А Влад, ты пока. Нет, стой, подожди. Нет, стой. Я пока отключу телефон на громкости, буду общаться по-обычному. И идем обзаривать мой дом. Обзаривать мой дом, обзор, обзор дома. Я живу, ребята, в доме... Влад, они тебя не слышат. Я живу в доме 39В, квартира 26, если кто хочет, заходите в гости. Не домой, а во двор. Ну, хотя вряд ли кто-то хотя бы подпишется на мой канал. Ребята, подпишитесь на мой канал. Кстати, ребята, угадайте, сколько у Влада выложено видео в YouTube? Два. Два. Ты сказал два. Первое слово дороже второго. Корова сходила в туалет, и первое слово явилось на свет. Но первое слово меньше второго. Первое слово служило в армии и убило два вторых слова. Ты еще десятого слова Влад не сказал. Это были цифры, а надо слова. Это не слова, это гадость. Ребята, это моя спальня. Обзариваем. Это мой мяч. Большой. Очень большой. Пирожок, блин, тупой. Что? У меня есть блины. Со сметаной и с творогом. У меня есть арбуз. Они тебя не слышат. Итак, ребята, думаю, это весь обзор моего дома. Кстати, это не мой двор, конечно, но вы его не увидите все равно. Я сейчас покажу вам свой двор. Итак, идем в наше любимое окно, в наше любимое окно, в наше любимое окошенько. Какого человека? Это наш двор, его не видно из-за деревьев. Ну, вон наша стоянка, там машины стоят. Ну, в общем, это весь обзор моего дома. Всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а Владу не ставьте лайки и не подписывайтесь на его канал. Всем спасибо, пока-пока.